Петровна, дети-то у меня поели блины, а теперь я дальше буду продолжать гостей своих приглашать. Ну уж нет, хватит давай, зазвездилась тут, теперь моя очередь, я буду приглашать. Хорошо, давай вокальная группа вдохновения. Эх, пацаночки, эх, мамочка, видать, девочки, тебе волосянки-то. Раз в неделю хотя бы причесывала бы.
нее. Это я вообще бабка. Ой, зацепила. Вместо шапки чулку какую-то тянула. Стой, стой, девка, тебе волосы причесывают. Мне такое чувство, что она вчера в баню вообще не ходила. Еще оглядывается. Еще слух есть не потеряла. Она ж молодая. Но подумаешь, на 5 лет меня моложе. Похлая завтра, заразна. Сзади вообще ничего не торчит. А спереди проблема, капусты не ест. А послезавтра к тебе. Пойдем проверим, что с ее волосами творится. Так, ну что ж, уберите свои ручонки непутевые. Ни намыться не можешь, ни нарядиться ты не можешь. Еще сопротивляешься. Ух ты такая! Стоп, музыка, проверяем работу. Тебя кто, мать учила? Нет. А кто? Да ну ладно, сама. Прям так с пеленок встал и стала позы плести. А тебя, красавица, кто научил? Вот честно сказала, мама. Поэтому подарок первый получит она. А ты вторая получишь. Ну тоже молодец, умница. Аплодисменты нашим помощницам. Ну что ж, Назаровна, мы тебя нарядили. Косы заплели. А теперь-то и под венец ее можно вести. Ой, мы с тобой на венец ей найдем. А кто на такие кости бросит туда? Эй, на себя-то посмотрите. Одна коротышка, нос, курнос. А вторая вообще плюшки и сметану ест. Подбородку уже не видать. Так, ты че это на нас здесь, а? Сухарь коченый, я тебе тесто. На тебя нету. Это знаешь что почему? Потому что я ее плюшками вчера кормила. А я ее сметаной постоянно подчую. Откормили мы тебя на свою голову, Назаровна. Знаешь что, я думаю, мы не кормить ее теперь не будем. И мужика не будем помогать искать. Вот так. Ну я сама справлюсь. Какого ты найдешься здесь? А вот увидите. Да, ну давай пойдем поглядим. Давай, давай. Площадь нынче вся в мужиках. Да. Даже никаких этих телодвижений не сделала. Неужели кто-то на тебя поглядел? Конечно, нашла красавец, стройный, ах, даже подмигнул. Да ты чего? Да. Когда успела-то? Я же ничего не видела. Это она тебе специально говорит, чтобы нас позлить. А ну-ка, приведи-ка к нам его сюда, а мы его оценим. Да, еще чего? Архиповна права, вот приведи. Девчата петь будут, а мы и поглядим. Я-то станцую, а вам-то слабо? Нам-то! Пойдем мужика искать. Пойдем. Давай, давай, пошли, пошли, давай, давай. О, сейчас я найду себе какого-нибудь. Маленького, дяденького. Смотри, зимушка, зима, раз красавица. Раз гулялась, раз зашлась, а мне нравится. Нет сомнения, у меня краше лета ты.
вязаные платы, белым кружевом. У березки дуба дуб, платье белое. Ты тайком уже взяла, да примерила. И заметил, милый мой, что девчоночке платье белое к лицу, темной темочке. Будет. А кстати, Катерина-то сама уже идет. Ой, гляньте, Катерина.